Дома совсем будет, дому будет плохо от того, что она будет свободно бегать. Да, но я же вам говорил, ноутбук, клавиатура разобрана, клавиатуру телефона поменена, стены все подраны были. Любопытно. Очень любопытно. Вот, вот конкретно сейчас мы видим енота полоскуна в действии, да? Ну, вот, вот это перебирание лапками в мисочке с водой. Моет печеньку. Моет печеньку, да, правильно? Да. Это что, это инстинкт? Или все-таки ее можно действительно приучить к тому, чтобы она стирала белье? Вынимала. Ну, какая-то практическая... Кофе молола. Да, да, да. Чтобы какая-то практическая там, опять же, если есть приусадебный участок, что может быть прополочка. Практическое, можно применение найти этой способности? Ну, мы пока еще не нашли. А вот почему енот полоскает, до сих пор наука точно не известна. Да? Считалось, что это из-за того, что у них очень мало крови выделяется. Они смачивают пищу, но сказалось так, до сих пор не известно. Хоть, наверное, атовизм. Атовизм? Атовизм. Я вот смотрю на нее, ну, конечно, бабуська-бабуська. Но на руки вы брать нее не советуете. И вообще есть постоянная опасность, что может цапнуть. А вот дома, в быту, вот у нее случаются приступы нежности, когда она приходит и вот бабуськи-бабуськи. Хвостом повиляла, да, она будет реваться. Да. Вот у моей собаки, например, обязательно раз в день случается час любви. Когда она приходит, то есть она и так мега...